Добрий день. Добрий день. Бог любить вас. Добрий. Сегодня отрывок на горную проповедь. На самом деле, каждый стих этой проповеди можно читать отдельную проповедь. Мы все вместе очень быстро, поэтому давайте мы сегодня каждый один хотя бы одно слово принимаем. Тогда наша жизнь изменяется. Еще у меня просьба. Давайте споем сейчас еще тоже 125. Первый куплет. Только первый. Через Твое Слово даешь нам свет жизни, даешь нам направление жизни, как мы можем жить по Твоей воле, как мы можем жить как дети Божьи. Аминь. Господь, сегодня мы хотим узнать, кто такие истинно блаженные люди. И как нам быть блаженными. Господь, дай нам тоже быть блаженными. Благодарим Тебя за все. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Ключевой стих 20. Давайте мы прочитаем вместе. Начнем. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. После конфликтов с фарисеями Иисус взошел на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу, чтобы узнать волю Бога на то время. Какое направление он получил от Бога? Поставить новых лидеров для новой истории. Они новые мехи для нового вина, Евангелия. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Они – новые 12 колен для всего мира. Тогда, какими они должны быть людьми? И какое Евангелие они должны иметь и проповедовать по всему миру? В сегодняшнем слове Иисус говорит об этом. Счастье, которое ученики Иисуса должны иметь, отличается от счастья этого мира, потому что они живут на земле, как граждане Царства Божьего. Мы тоже ученики Иисуса. Тогда какими людьми мы должны быть? И что мы должны проповедовать людям? Первая часть. Кто истинно блажен? Взгляните на стих 20 еще раз. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Аминь. Это слово известно как Нагорная проповедь. Это заповеди блаженства, которые ученики Иисуса должны иметь. Поэтому их еще называют Конституция Царства Бога.
или небесная вора. Что же такое блаженство? Что такое блаженство? Есть счастье разного уровня. Есть удовольствие от чашки кофе. Есть радость от работы. Есть счастье от семейной жизни. И есть блаженство. Блаженство – это состояние совершенного счастья. То есть истинное, вечное счастье человека. Счастье, которое учит Иисус, совершенно отличается от наших стандартных понятий. Мы считаем, что богатые, успешные, популярные, имеющие власть – это счастливые люди. Но Иисус говорит, бедные, голодные, плачущие, гонимые – они блаженны. Давайте теперь подробно посмотрим, кто же блажен. Во-первых, блаженны нищие. Кто? Нищие. В русском переводе дописали «нищие духа» по аналогии с Евангелием от Матфея. Однако в греческом оригинале и в других переводах там написано просто «нищие» в самом прямом смысле. Почему нищие блаженны? Потому что нищие с благодарностью принимают Слово Бога. Им не на что полагаться, кроме Бога. И Слово Бога все для них. Поэтому в основном нищие ценят Евангелие Царства Бога и хорошо повинуются Слову. Статистика показывает, что в бедных странах люди хорошо принимают Евангелие. Но по мере того, как экономика государства поднимается, все меньше и меньше людей, принимают Евангелие. Нищие истинно блаженны, потому что они имеют самое драгоценное, вечное Царство Бога. Они всегда живут в общении с Богом и отдают себя для дел Царства Бога. Очень легко. Они легко отдают себя для дела Царства Бога. Однако не все нищие блаженны. Есть нищие, которые всю жизнь ищут только денег. Они думают, что деньги дают им счастье, и живут ради денег, и в результате становятся рабами денег. Такие люди не могут не иметь ни денег, ни счастья Царства Бога. Они, наоборот, самые жалкие люди. Еще раз давайте прочтем стих 20. Блаженны. Начнем. Блаженны нищие, ибо ваше есть Царство Божие. Тогда что нам делать? Все мы богаты. Наши пастыри имеют дом, работу, машину, детей, даже агнца. Мы должны потерять блаженство? Как нам поступать? Нам надо каждый день отделиться от всего, что мы имеем, и приходить к Богу. Аминь. Как нищие и слушать Его Слово. Аминь. Приходить к Богу как нищие и слушать Его Слово. Нам надо жить, полагаясь только на Слово Бога. Слово Бога должно быть все для нас. Тогда мы истинно блаженны. Аминь. После распада Советского Союза все были вообще нищие. Когда я, пастор Моисей, пастор Давид были студентами, мы тоже были нищими. Мы были смиренными, поэтому открыли свое сердце перед миссионерами из Кореи. И я очень благодарю Бога за это. Когда мы были нищими студентами, мы так хорошо принимали Слово Бога. У нас не было ничего, кроме Слова Бога. Поэтому мы так любили Слово Бога.
Слово Бога было всем для нас. Действительно. Мы росли духовно, все было прекрасно. Но когда Бог благословил нас, мы уже больше не нищие. Мы имеем в себе много чего, кроме Бога. Работу, дом, жену, хороших детей, свои планы на будущее. И они начали влезать между мной и Богом. И слово Бога перестало быть всем для меня. Таким образом, мы стали богатыми и потеряли блаженство. Я хотел быть богатым, но я не стал богатым. Тогда я должен быть блаженным, но я вижу, что не стал ни богатым, ни блаженным. Что же мне теперь делать? Что нам делать? Нужно вернуться к духовной нищете, чтобы во мне было Слово Бога, и Слово Бога было всем для меня. Аминь. Чтобы между мной и Богом опять ничего не было. Аминь. На прошлой неделе, когда я покаялся и отделился от всех дел, и мирских, и семейных, чтобы готовить Слово и писать проповедь, мои отношения с Словом Бога и с Богом начали восстанавливаться. Я понял, что очень нуждаюсь в таком времени отделиться от всего, идти только к Слову Бога и к Богу, чтобы расти духовно. И я решил, что буду раз в неделю отделяться от всего, чтобы от всего, что имею, от своего богатства. И буду пребывать в Слове, чтобы Слово Бога было всем для меня. Аминь. Пусть Господь сделает меня истинно блаженным учеником Иисуса. Аминь. Во-вторых, блаженны алчущие. Взгляните на стих 21. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Алчущие – это голодные. Голодные постоянно ищут чего-то вечного. Когда человек всегда сытый, у него пропадает и духовное желание, и духовные уши также передавливаются. Блаженны алчущие ныне, потому что они насытятся вечной жизнью и духовным богатством. Аминь. В-третьих. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Давайте мы еще раз повторим. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Аминь. Плачущие, о чем плачут? Они плачут о своем грехе и о грехе других. Люди тоже часто плачут из-за того, что им не хватает денег. Или из-за своей печали. Но такие люди не блаженны. Пророк Исаия много плакал. Сначала он плакал о своем грехе. Потом он много плакал о грехах народа. И Бог услышал его и даровал ему милость спасения. И он стал тем, кто смеется последним. Аминь. Есть пастыри, которые никогда не плачут. Я в том числе. Они не могут быть блаженными. Я молюсь, чтобы Господь помиловал меня, чтобы я плакал о своем грехе и о грехах Агнца. Аминь. Иисус говорит, блаженны алчущие ныне и блаженны плачущие ныне. Некоторые говорят, Боже мой, каким я был смиренным человеком. Как я раньше плакал о своих грехах. И как я со слезами молился за Агнца. Вы знаете, как я раньше молился за Агнца со слезами. Но вера – это всегда настоящее время. Блаженны алчущие ныне, а не те, кто были алчущими. Понятно? Ныне. В-четвертых, блаженны гонимы.
Если мы получаем гонение от родителей или от друзей, нам легко печалиться и бояться. Но во время гонений нам надо радоваться. Аминь. И благодарить Бога всем сердцем. Потому что гонение – это знак признания нас учениками Иисуса. Аминь. В истории истинные верующие всегда получали гонение и притеснение. Какая бы власть ни была, какой бы ни было, истинные верующие всегда притесняются. Аминь. Наоборот, если у нас нет такого гонения, в этом может быть серьезная проблема. Потому что это может значить, что мы не отличаемся от мира сего. Еще раз посмотрите на стих 22. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого». Здесь есть очень важный момент. В конце написано «за Сына Человеческого». Если мы получаем все это за свои грехи, конечно, нет причины радоваться. Но если мы участвуем в страданиях Иисуса Христа, неся свой крест, то Бог возместит весь ущерб вечным Царством Божьим. Аминь. Взгляните на стихи 24, с 24 по 26. Давайте мы прочитаем. С 24 по 26. Начнем. «Да будет горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы». Во-первых, горе богатым. Почему? Потому что богатые не нуждаются в Боге. В отличие от нищих, им есть на что положиться. Они могут полагаться на свое имущество, на сбережения, на связи, на друзей, на свое положение в обществе. Если им не нужно, они могут не повиноваться Слову Бога и жить без покаяния очень долго. Если они хотят, они спокойно могут жить без покаяния долго-долго-долго. Никакой проблемы не будет чувствовать. В Откровении 3.17 сказано: «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Иисус сказал: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Это очень страшное слово. Люди постоянно ищут правильное понимание этого слова. Они читают это, потом пытаются, как же правильно понять это слово? Там, наверное, что-то особенное надо понимать, да? Но не нужно лукавить. Кто имеет богатство на земле, тот не может иметь одновременно и богатство небесного. Пример богатого юноши, который ушел от Иисуса с печальным лицом, хорошо показывает это. Иисус сказал, что быть богатым – это горе. В мире так много людей, которые страдают из-за того, что нечего есть и не во что одеться. Богатые, которые имели столько лишнего и жили в роскоши, будут судимы Богом, потому что они не заботились о них. То, что один человек имеет огромное богатство, значит, что кто-то
умирает от голода. Вы думаете, богатые не знают этого? Это принцип экономики. Для того, чтобы кто-то, у кого-то было много, у кого-то должно быть очень мало. Это закон экономики. Поэтому богатый очень хорошо знает и понимает. Поэтому Иисус говорит: горе вам, богатые. Нам надо всегда смотреть на нуждающихся людей и делиться с ними тем, что мы имеем. Это мораль детей Божьих. Аминь. Во-вторых, горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе тем, кто сейчас сыты и не нуждается в Боге, и сидят в компании, громко смеются и веселятся. Потому что после они будут рыдать в аду. Там они получат вечное мучение, и никто не сможет их утешить. В-третьих, горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали со лжепророками отцы. Бывают люди, которых все хвалят. Он хороший человек. Он добрый. Какой он молодец. Все так считают. Мир считает их добрыми людьми. Но Иисус говорит, что им горе. Потому что в истории люди поступали так со лжепророками. Лжепророки никогда не говорят слово покаяние или обличение. Они всегда говорят сладко, потому что они ищут своей славы. Нам надо быть очень осторожными, когда о нас все говорят хорошо. Это может быть наш духовный кризис. Вообще, да? Мы должны думать так. Горе мне, я стал богатым. Горе мне, я сейчас всегда хожу сытый. Горе мне, у меня нет слез. Горе мне, у меня нет гонений. И наоборот, блажен я, что я беден. Какой я счастливый, что агнцы так мучают меня. Аминь. Какой я счастливый, что потерял работу из-за миссии. Аминь. Какой я счастливый, что меня ненавидят за Иисуса Христа. Аминь. Вторая часть. Любите врагов ваших. Давайте прочтем стих 27. Начнем. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас. В мире везде царствует принцип мести. Если ты навредил мне, я воздам тебе в 10 раз больше. Но если воздавать злом за зло, то в ответ родится еще большее зло, и в результате все проигрывают и становятся рабами зла и ненависти. Для дикого израильского народа, вышедшего из рабства, Бог дал закон, чтобы хоть немного ограничить зло. Он сказал, Бог дал зуб за зуб, глаз за глаз. Вы понимаете смысл этого? У них была логика, если мне выбили зуб, я ему сломаю челюсть. Если мне выбили глаз, я его убью. Вот это была их логика. Но Бог сказал, зуб за зуб, глаз за глаз. Однако истинный дух заповеди больше – это любовь. И Иисус показал совершенную волю Бога – воздавать за зло любовью. Добро отвечать на зло. Силой невозможно победить грех.
Только любовь побеждает ненависть. Аминь. Добро побеждает зло. Аминь. Кротость побеждает гордость. Аминь. Что побеждает гордость? Кротость. Большая гордость? Нет. Кротость побеждает гордость. Мы должны поменять свою логику. Не авторитет, сила, власть, ум, а только любовь. Какая любовь? Божья любовь. Божья любовь открыта на кресте. Любовь не на дела, не на словах, а на делах. Иисус отдал свою жизнь на кресте для меня. Это любовь безусловная и жертвенная. Только эта любовь побеждает ненависть. У нас есть такая любовь? Нет. Только тот, кто умер со Христом, и Христос живет в нем, имеет. Аминь. Гляньте на стихи 27-28. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Когда кто-то проклинает меня словами, осыпает меня всевозможными плохими ругательствами, которые даже нельзя говорить, ученик Иисуса в ответ говорит: люблю и благословляю. Принцип жизни учеников Иисуса – это не поступать по справедливости, но победить зло добром. Послание к Римлянам 12:20 сказано так: «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли». Взгляните на стих 29. «Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку». В наше время ненависть, зло растут все больше и больше. Как нам бороться с ними? Если мы хотим победить их человеческим путем, нам нужно бросить Библию и взять автомат. Тогда все мы станем рабами зла, и мир будет ад. Иисус говорит: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Давайте мы прочтем еще раз. Начнем? Нет, дальше. 31. Начнем? «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Давайте еще раз. Начнем? «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Называется «золотое правило». У многих философов и учителей было подобное правило, но только в отрицательной и пассивной форме. Не делай другим того, чего не хочешь себе. Но правило Иисуса имеет активную форму. Не ждать, пока кто-то попросит. Любовь Иисуса – это инициативная любовь. Посмотрите на стих 35. Давайте тоже прочтем. Начнем. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и благодарный и злый».
Ненавидеть врагов – это дело человека. А любить врагов – это дело Бога. Дело Бога – это есть наше дело. В этом отрывке кажется, что Иисус дал слишком высокий стандарт. Слишком высокий стандарт. Люди сразу сдаются, говоря, как я могу жить по этому слову? Это нереально. Иисус требует от меня слишком много. Однако это не так. Если мы живем верою, Иисус сделает нас блаженными. Аминь. Нам нужно умереть со Христом, чтобы Христос жил в нас. Аминь. Я считал себя добрым человеком и думал, что старался любить других и даже врагов. Но по этому слову я задумался. Есть ли у меня благость к неблагодарным и к злым? Среди современных студентов очень много неблагодарных и злых. Я вспомнил, что неблагодарных и злых всегда только осуждал и в конце концов игнорировал. Я не мог любить их. Но на самом деле, сам я был именно такой же неблагодарный и злой. Я вспомнил, когда я начал изучать Библию, я был неблагодарный и злой. Однако любовь Христа спасла даже такого меня. Иисус хочет, чтобы теперь и я был благ к неблагодарным и злым, и любил их, и любовью Христа мог спасти хотя бы некоторых студентов из Юракадемии. Аминь. Я молюсь, чтобы Господь дал мне такую любовь. Аминь. Нагорная проповедь – это не просто красивое стихотворение. Это образ Иисуса. Аминь. И основа для счастья всех верующих. Это Евангелие Царства Божьего. Евангелие Царства Божьего начинается в сердце нищего человека. Аминь. Если человек богат, то он не может принять Царство Бога и иметь истинного счастья. Тогда Евангелие Царства Божьего не может быть проповедовано. Многие из нас уже давно посещают церковь и считают себя хорошими верующими. Но когда мы смотрим на эти слова Иисуса, мы можем увидеть наше истинное состояние. Как мы еще не похожи на Иисуса? Я молюсь, чтобы Бог управлял моей жизнью через это слово, особенно, чтобы я имел плачущее сердце о своих грехах и об Агнце. Я молюсь, чтобы каждый из нас имел сердце нищего и стал истинно блаженным учеником. Аминь. Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что принес и дал нам заповеди блаженства. Господь, измени нашу сущность. Мы еще слишком похожи на этот мир. Исправь нас. Ты дай нам каждому умереть с Тобой на кресте. И Ты живи в нас, чтобы мы стали действительно блаженными людьми. И мы были настоящими детьми Божьими в этом мире. Сделай нас блаженными. Аминь. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.